Пасха – это бабушка. Вот для меня Пасха ассоциируется с моей бабушкой, с матерью моего отца. Зовут ее Баба Феня, точнее звали, потому что несколько лет назад она отошла в другой мир. Она прожила нелегкую жизнь. Так вот, почему Пасха для меня ассоциируется с этим человеком, с Бабой Феней? Прежде всего потому, что она была для нашей семьи, для всей родни и для меня человеком, который был носителем веры. Она всегда верила в Бога, и с детства, я помню, она брала всегда меня в храм, и не это пленило мое сердце, а то, что она каждый день молилась за нас, за всю нашу семью, за всех родных и близких, и я знаю, что она молилась за меня. А вот эти молитвы, они подвигли и меня искать Бога. Сейчас в нашей семье таким человеком, как была Баба Феня, является ее дочь, тетя Надя. Я знаю, что она молится за всех нас, за всех родных. И, наверное, это и есть Пасха, чтобы возносить вот эти молитвы к Богу за всех тех, кто тебе дорог.